Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале, спасибо, что заглянули. Сегодня у нас роллы, они были по пути, сегодня мы были опять у ветеринара, поэтому решила взять роллы с креветкой, которые никогда не пробовала, они называются Эбби Ролл, посмотрим, вкусные или нет. И еще взяла KFC, как он назывался, шеф-бургер, или как правильно, и огромную колу взяла. Обожаю колу, стараюсь ее как можно меньше пить, но не всегда получается. В общем, давайте приступим, наверное, начнем с роллов. Хочу попробовать, потому что эти никогда не пробовала. Оказывается, рядом с нами открылось несколько заведений, которые чисто специализируются по роллам. Можно посидеть, покушать, и намного дешевле получается, чем в центре покушать роллы. Вот. Так. Вот такие они красавцы. Большие достаточно, крупные роллы. У этой доставки вообще всегда вкусные. Все, что с креветкой, мне нравится. Все, что с креветкой, я одобряю. Вы, наверное, все знаете, кто подписан на мой инстаграм, что Твиксу стало хуже. Точнее, не хуже, у него появился новый диагноз. Теперь у него гниет лапка. Извиняюсь, не к столу. Вчера меня не было целый день дома, потому что я была на поминках. И получается, полтора дня он был абсолютно один. Когда я приехала, я увидела, что его лапка в ужасном состоянии. Подумала, он порезался. Записалась к ветеринару. У ветеринара была кошка только сегодня в 3. Точнее, даже 3:30. Но я проснулась утром. И увидела, что болезнь прогрессирует в срочном порядке. Поехали к врачу, она приняла без очереди, осмотрела, обработала, поставила диагноз. Я, правда, не запомнила диагноз, но это не лишай, сразу вам скажу. В общем, пошла, купила все лекарства. И теперь лечимся. Просто в период болезни у него очень сильно ослаб иммунитет, и из-за этого это все появляется. Когда я кому-то говорю, что Твикс опять болеет, и опять еду к ветеринару, уже все как бы так странно на меня смотрят. Ну а что делать? Я же не придумала это. Я вам выставляла фотографии в инстаграм. Как-то странно, что он у тебя постоянно болеет, мои знакомые говорят. Я делаю все предписания врачам. И реально его лапка в таком виде, как будто он месяц болеет. Как-то странно быстро у Твикса прогрессирует любая болезнь. Пару дней и все, стадия смерти. Ну ничего, все будет хорошо. Это все мелочи. Вылечим, дай бог. Это не настолько серьезно. Одно время я стала значительно меньше снимать на свой бумажный канал. Просто потому, что не было вдохновения, не было времени и так далее. Просто забила. Месяц, когда умерла бабушка, был, по-моему, только один ролик. Потом все, руки не доходили и все такое. А потом я заметила, что очень сильно просмотры упали. То есть раньше, как только я загружала видео на мой бумажный канал, видео набирали 100 000.
А сейчас видео начали набирать 60 тысяч. Потом смотрю, вообще 30 тысяч, представляете? То есть активность на канале очень сильно упала. И это связано с тем, что я пропала как бы с канала. И уже канал не выходит в рекомендации. Это, конечно, очень плохо. Если у вас тоже есть свои каналы, не обязательно каждый день публиковать видео. Лучше делайте это с периодичностью. Например, у вас есть 5-7 видео, не надо их публиковать каждый день. Если знаете, что дальше уже снимать видео не сможете, лучше разделить их, например, в неделю 2 ролика или в неделю 1 ролик, но чтобы постоянно был контент. Когда резко ты исчезаешь с канала, алгоритмы YouTube работают так, что потом ты не будешь выходить в рекомендации. Я сейчас даже не знаю, что делать. Вроде я такие красивые коллекции делаю, так стараюсь. Но просмотров мало. Раньше как загрузила, сразу 100 тысяч. Там за пару дней. Сейчас еле 50, еле 60 набирают видео. Но на этом канале у меня наоборот. У меня никогда такой активности на канале не было, как сейчас. Мои видео набирают 60, 70, 100 тысяч. Раньше это было, ну, 30, 35, 40, там со временем 50. Здесь все хорошо. Но бумажный канал очень меня расстраивает. Были дни, когда за один день на мой канал подписалось 3-4 тысячи человек. А сейчас это 150-200 человек за день. Конечно, это тоже огромный плюс, что люди подписываются, люди смотрят. Сейчас, наверное, некоторые напишут в комментариях, что кто-то и за 1000 просмотров снимает контент. Это как-то эгоистично звучит с твоей стороны. Я соглашусь, но просто дело в том, что была активность, и она исчезла. Я считаю, что в этом прежде всего виновата я сама. Что-то не доглядела, что-то сделала не так. Если у тебя изначально там мало просмотров, например, как на мамином канале кулинарном, то когда их мало, тебя это не расстраивает. Но когда у тебя было много просмотров, потом стало мало, это тебя расстраивает, и ты прежде всего винишь себя. Твиксик пытается зайти. Роллы очень вкусные. Я ему надела воронку, чтобы он не мог облизывать свою лапку. Он вовсю сопротивляется. Сейчас надо ему таблетки давать. Некоторые мне в Инстаграме пишут, да выброси ты этого кота, возьми с улицы какого-то хорошего, не знаю, который не будет болеть. И мне так больно, когда я читаю такие комментарии. Для меня он как мой сыночек. Вот вы бы могли своего ребенка, например, выбросить на улицу и взять из детского дома другого, например, здорового. Нет, у меня то же самое с ним. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые не так сильно любят животных, как мы с вами. Первана каждый день звонит, спрашивает, как Твик, что, почем.
люблю я бургеры из KFC, но для разнообразия решила взять. У них бургеры получаются какие-то сухие. Скорее всего, дело в булке. Что-то им надо доработать. Ну и на этом плохие новости не заканчиваются. Еще одна плохая новость. Мои квартиросъемщики выезжают. Они изначально предупреждали меня, что они на время ремонта в своей квартире. Они говорили, где-то до ноября они будут. Но так получилось, что они закончили ремонт раньше. Точнее, все грязные дела они уже выполнили. То есть ванная, туалет, все пыльное и так далее. Остались кое-где обои. И они уже решили заехать в свою квартиру. Но я бы, наверное, точно так же поступила на их месте. Но мне настолько нравились эти квартиросъемщики. Они такие хорошие, культурные люди. Сейчас опять искать кого-то. Найти не проблема. Найти хороших людей сложно. Понятное дело, что никому деньги с небес не сыпятся. Надо какие-то усилия. Квартиру, которую купил мой брат, в прошлом году в это время он купил эту квартиру. Ее снимали около 3 лет одни и те же люди. Вот мне бы таких. Что ты делаешь? Ему неудобно просто с этой воронкой. Короче, сплошные плохие новости. Дай бог, все образуется, все наладится. Надо верить в лучшее. Вот такие вот дела. Я постараюсь влиться в новый график и постараться постоянно публиковать для вас новые видео. Сегодня, например, я снимала влог. Он будет завтра. Сегодня тоже будет влог. Вообще, хочу снимать побольше материала для вас. Так что ждите. На этом, пожалуй, все. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Берегите себя, своих любимых. А у меня сегодня какой-то негативный мукбанг получился. Сплошные проблемы. Это плохо, то не то, здесь проблемы. Ну, в общем, всякое бывает. Всех люблю, пока.